Севастополе зарегистрированы 78 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки от инфекции умерли 4 пациента, передает пресс-служба правительства города. На сегодняшний день в стационарах остаются 325 человек с подтвержденным COVID-19, в отделениях для лечения легких форм 41 человек. Заполняемость коечного фонда составляет 47%. Под наблюдением остаются 865 человек с неподтвержденным диагнозом, контактировавших с заболевшими. Всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией с прошлого года заболели 11 140 человек, выздоровели 10 068, 453 скончались. В Крыму за один день умерли 6 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии зарегистрировано 867 летальных случаев, сообщает Министерство здравоохранения республики. По состоянию на утро вторника инфекция подтвердилась еще у 125 человек. 14 случаев с бессимптомным течением заболевания, 92 выявлены при обращении за медицинской помощью, 33 среди контактных по ранее зарегистрированным, написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте Сергей Аксенов. Всего в Крыму COVID-19 подтвержден у 34 648 человек, выздоровевших за весь период 30 118.